Итак, друзья, двигаемся дальше за здоровьем. Это вот это вот все для того, чтобы пить кефир. Вот кефир 2,5%, не холодный. Хорошая вода. У меня тут вот вода. Чашка и кумин. Мы наливаем в чашку полстакана, пол чашки хорошей воды, пол чашки кефира и пол чайной ложки кумина. Все это размешиваем и пьем таким образом кефир. Когда мы его пьем? Когда нужно пить? С 3 до 5 часов. Пьется очень хорошо, совершенно не противно, зато ваш организм скажет вам спасибо.